вот эти еще одни апартаменты сейчас будем осматривать. Окей. Третий этаж. Здесь располагаются почтовые ящики. Laundry on ground floor. Between the second and third floor, like the other buildings. Ага. Окей. Типовая планировка, чистенький ковролинчик. It hasn't been cleaned yet. I had to bring me the keys back because you wanted to take your video. So you gotta come back and pick up the keys for me. Okay. Do the cleaning. А недавно couple minutes. Как раз есть семья, которая хочет сюда заселиться. Балкончик как раз на стояночку выходит, кухонный уголок, посудомойка, холодильник, все чистенько такое, шкафчики, вытяжка, плита. Это у нас шкафчик для всякого бытового хлама, там даже полочки есть. О. Очень удобно все эти кухонные хлам держать. Измельчитель, по-моему, гриндер, да, работает. Включается вот измельчитель бытовых отходов, так что это очень удобная штука, полезная. Климат-контроль. Как бы сама спальня основная. Здесь очень тихо. Хорошая звукоизоляция. Сейчас у нас начнется лето. Все вот это зацветет, зазеленеет. И дороги тут и проезжающие вообще не будет видно. Все будет в зелени. Тишина полнейшая, что сейчас не буду говорить. Вообще не слышно, как дорога едет. Вот. И, соответственно, еще одна комнатка, такой вот шкафчик с хламом. Здесь технологическая, по-моему, комната. Ага. Стоит система управления кондиционированием и отоплением. И, собственно говоря, санузел. Замещенный, но хороший, чистенький такой санузел. Яркий. Мечта любой женщины. Такая голливудская подсветка, чтобы можно было макияж устраивать. Вот. Чистенько все, ванна. Типичный американский смеситель. Здесь блок самых предохранителей. Да, все очень предельно просто. Типичная такая планировка. Вот. Так что, ребята, апартаменты вас уже ждут.